кто-то пали, или те, чтобы его быстро убили, что-то. И мучились. Да, просвещенные вряд ли. Тыкайте носом. Так, давайте чек на АФК. Так, тогда по валькирам джаспанк все печеньки, код все ромбики. Да, Чё? Я не улетаю, я медведь, я могу любую из этих станить, все волны. Хорошо, станет печеньки тогда все. Тогда войд печеньки, джаспанк все ромбики. Кто там джест, все трусы будешь ставить. Паладины, смотрите сами, кто будет улетать, тем давайте точечно стану. А он что, кот что ли, джест? Кто кот? Вроде же он котом был. Сове. Да, ну ладно, тогда экстримка будешь, все трусы ставить. Ничего страшного. Так, давай, крутой, и подстанет. Давайте, если тут, чек на пул. Золотистая подиспелишь? Золотистая подиспелит. Потому что он больше хит, пускай на танк лучше. Да подиспелит. Смарткил, поставлю ромбик на шарку еще, будешь его диспелить. Давайте, если готовый, запустил. Идите на свои позиции, там рыбу кушайте, если не поели. По инерам, Хайле Селаси и Столу. Так, джест. Пистоли, короче. У вас там джипса нету, то у меня 10% осталось у шмота. Дайте там джипса, пусть починится, если есть. Спасибо. Идите на позицию, 10 секунд до боя. Давайте, если мы там падаем, смотрю, буду менять игроков. Там без обид, но долго сидеть тут не хочется. Дайте на пулы на бой, да? РДД, РДД, проходите РДД. Чума 2 секунды, смотрим, выносим. Чума на... Варф, Трандис, спалить его. Смотрим, Смарткил, РДД, проходим, Мелики тоже проходим. Сука, не забегайте, закружу. Так, Охотник поставил ромбик, этого шарка еще его диспелишь. Мелики, мелики. Чума выносим, чума на Бёрн выноси. РДД, РДД. Блять, все забежали, пиздец. РДД, РДД, ловушка шаркающий вреди, забираем мелики, тоже проходите. Чума выносим, чума на джесте. Портапал чуть дальше подведи, проведи трэш. Не забывай сломбика, диспелит мелики, мелики. Портапал, уходи на край. Дайте каплю на портапала. Войда хил, быстрее. Дайте капли на протопала, а шарка еще в диспелу. Все, на край ушли все. На край все. Золотистые мелики, РДД, аккуратно, аккуратно, там ловушка, аккуратно. Аккуратно.
Паладин, дай Сакру. Сакру дай. Диспельте чему по рейду. Джулиана диспел. Диспел экстримку диспел. Всех диспел. Рейду диспельте. Диспел всех. Подомает? Альфари. Не-не, Альфари ты станешь? Хорошо. Подойдите ближе к шарку, еще наберите между собой ранжу. Альтея, Гимра, вам ставьте по тайму. Старого бы чему диспельте? Диспельте чуму. Три сореза и просвещенного. Захильте его. Все РД, ханты по сверкам, бейте портупал, задели на себя мелкий трэш. О, заебись, я в хилошмоте бью, бля. Нового духа бейте. Все, портупал забирай духа. Мелик, играем пока в духа, дойдите под босса. Тоже бейте духа. Давайте, идемте, блядь, сейчас становимся в звездочку. Дух дыхнет, подведешь Эмилизону. Все в звездочку. Станем вальтир сливаемых. Отверни от рейда духа, отверни от рейда духа. Давайте, сливайте все три вальтиры. Две. Да, две вальтиры. Трусы не трогайте трусы. Вышли милики, капок. Ромбик, печень подобейте. Реально воид, говорит, в небо смотрят, блять, не видят. Види в центр. Давайте рост. Все в звездочку. Все в звезду стали. После первой валькиры будет осквернение. Скажу, надо будет разбежаться. Скажу, кого сливать. Давайте, готовьтесь. Готовьтесь. Вышли с центра, вышли. Войда, скрепление, Ирэн, три валькиры. Дайте станы. Герарда было, нет? Нет, дайте да. Геру там, когда было. Дайте а Геру. Было, я прожал Геру. Там вроде еще шаманы есть. Он, наверное, тоже прожил. Ладно, без роста бьем. Так, стоим, хилы РД на рейнджу, хилы РД на рейнджу. Милики, скажу, когда выйти. Все, милики, вышли. Идем в центр, види. Будем лететь на ту сторону. Сразу на ту сторону вставайте. Все в звездочку. Давайте, сливайте. Две валькиры. Трусы, печенька, трусы, печенька. Вышли осквернения, рассосались, золотистая. Играем в лича. Веди на центр. Стали ровно звездочку. Будешь облететь в одну сторону. Давайте, после третьей валькирии будет сразу же осквернение. Готовьтесь. Давайте, готовьтесь. После третьей будет осквернение. Валькиром стан, играем в валькир. Первая, вторая, третья. Все, шаман, вышли с центра. Кружки. Вышли с центра. Играем через кружок. Слава, прожмись, там хильте войду. Трусы больше, да, трусы. Давайте все на край. Так, РДД хилы на рейнджу, РДД хилы на рейнджу. Будет осквернение, дисрап, все, идем к личу. Иди к личу, Слава, на край, веди 1%. На край, все на край. Да, блять, улетел, хуй знает, видел, на тапках или что, или оттолкнулся он. Все на край. Он прыжок нажал спиной. Все, закрыли РТ, играем по духу с меткой, с печеньку старого духа, рога на поле же второго духа. Протопал, заберешь второго духа. Так весело второго... было. Есть там кого риснуть на платформе? Нет, два улетели.
Так, присты ханты, бейте сверки. Там серды, бейте сверки, там один прист только остался. Дайте деньги. Кинесес на протокол. Дайте нового духа. На ману есть? Вы, Альтай, если есть гимн на ману, можешь дать гимн на ману. Давайте старого духа. Ну, давайте старого духа пока бейте. Дайте нового духа. Четвертого духа она протопала на полиш. Давайте все печеньку бьем старого духа. Забирай протопал, прожмися. Сфера, сфера, сфера. Давайте в нового духа играйте. В комнате бейте духов, там один ШП только и все. Это важно. Давайте, идемте. Хильте рейд, ладно, рейд фуловый. Там минус двух, без двух человек захилить должны. Все там в духах бейте, кто может. Бежим. Проходим. Идем, проходим, проходим. Давайте по над стеночкой, по над стеночкой. Дальше проходим, будет выход, все будем духа играть сразу после комнаты осквернения. Все в квадрат, все в духа играйте. Нужно ей отдать. Не-не-не. Все, давай. Паладин хлопает духов, там он дыхнул, играть и глича. Если раз подкатился, можешь его сдать. Следующий давай уже. У нас уже закинет сколько. Так, хлопайте духов, вышли осквернения, лужа. Лужа, экстримка. Стоим тут, слава, никуда не веди. Чуть дальше проведи на всякий случай, отведи его от нас. Давайте, проходим. Не будем рисковать. Уходим с все комнаты. Давайте все в печеньку, бейте духов. Так, куда тут? Давайте сюда идем. Давайте сместились в печеньку. Там бомба в печеньке стоит. Давайте духов бьем, все нормально. Проходим. Зловол заходим. Духов бейте. Проходим. После выхода все к порталу идите. Вам лича приведут. Все к порталу. Проходите. Проходим, проходим. Давайте все к порталу идите. Лужа смотрим. Осквернение Альфари. Вводи на ту сторону лича. За личом спрятались. Так, осквернение смотрим. Вышли из-под лича. Осквернение на ком-то сейчас будет. Идем к трону. Все, стоим тут, никуда не идем, будет комната. Так, давайте все в печеньку. Идемте. Вы пришли, чтобы вершить суд над Артесом, чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Давайте, проходите, там все нормально, последняя комната. Духов бейте, дух сверху. Да, будет, наверное.
Ну, посмотрим. После выхода все два духа бейте. После выхода все к порталу пойдем. Давайте проходим и к порталу идите. Смотрим осквернение. Подожди. Духи после портала. Да, нормально. Мирики там РГ-шники, тряпки, отойдите от духов, чтобы вас не убило. Все, води к трону. Да, еще одна комната будет. Вот, блядь. Вышли, вышли, дай сакру. Ладно, молодец, сакру не давал, красавчик. Давайте бить, сейчас комната будет. Последняя. Давайте проходим. Власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек пробущены этим проклятым клинком. Давайте проходим. И чё, вы опять с ума сошёл? Чтобы мозг тоже натер, да? Это, наверное, пиздец, может, до мозга дошло. Так, лужа смотрим и добиваем. Все, стоим тут, добиваем. Ты там хоть танков передамажил мне? Кто? Я. Он даже еще не последний из ДТ, нихуя. Да, 15 место, нормально. Какое место? Ну какого хуя, блять? Несы идут, смотрю, блять, там все вошло. И под вашим натиском сгорели в пламени вашей ярости. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса, а Азерот падет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Мы тебя не хилили, потому что там была притяжка, и мы отбегали в это время. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! И не дрожат они. И
А ДК же Митриос не носит, правда? На успех. ДК такой можно носить или нет? Да, прости. А... Ну дай ничего, пусть носит. Какой там обиде? А хотя... Не задал босс. Ну ладно, давай пистоли. Пускай он забирает, так и быть. О, неплохо. Сходил. Будешь мне должен. Лучше отдай. Это вообще прям самый главный позор гильдии. Давай, ё-моё, кидай мне обмен. Смотри. Я заберу. Я зайду за ИП. Слышно меня? Да, да, да. Слышно. Какой там онлайн гильдии? 50 человек. Придется собирать что-то, да? ТРС-ку пойдем. Можно пошить его в льду? Да, ну какая льда в 11 часов? Пошли в льду. Нормально, 10 часов только. 11? Не, у нас 10, так что можно выйти. У нас 11. А пистолы, я смотрю, вообще нормально сходил, да? Вонер? Да. Слава, это сколько там у тебя? Плюс 4, теперь плюс 5, то 3 ночи у тебя, и сколько, 4 уже? 3. А, мне начислите с этого, с Ланы. Хочешь в Ульдос ходить? Нет. Давай, во-первых, погнали в Ульдос. Ну правильно, голову. Давайте лучше резку. Причем у черного лимона, и теперь не ходит. Можно резку обычку сходить быстренько. Обычку. Ну давай, можно сходить быстренько в гер. Не давай всем, дай вначале этим. Да-да-да, и мне тоже войд. Крауна. Что лучше, ВК, Ваня, или в этот ульду? Да, лучше. Да хер знает, наверное, ульду лучше. А какая ульда? Ну нахер вам эту ульду не убить, конечно. На ульду надо просто полтора часа минимум, а на ИВК 40 минут. Пошли, ВК. Я раз